дождик, а дела надо делать. Сейчас я принесу свечки. Заведу его. Беру две спички, чиркаю. Сложены в виде колодца. Мой матрас греет очень хорошо печка. Ничего, так. А, вот, суп как раз хватит. Для супа.
сверху еще руку немножко. Потом в море ходила, мама работала воспитателем. Сначала я родилась. Пока тесто жидковато. Там вот перо пищу. Перо есть. Мы добыли с Андой. Красивые. Я пособирала. А Анда дальше на 5 метров еще поднялась. И приходит. Рябчика в зубах приносит. Я домой принесла, сварила суп из рябчины. Так. Анда! Залезет под стол, вот сиди. С брусникой. Брусника попадала. Сейчас там все. Много горючего, то у меня там веники положены старые. Дорабатывать скалочкой. Зубатка. У нас в углу ловятся зубатки.
Ну, в первом, конечно. Береста уже есть, все равно что-то. Не очень. Последняя, так она грязная. А так целый баул. Будем мазать потом. Я хотела еще допечь. Ну ладно, она уже готова так-то, в принципе. Да, у нас останавливается.